В мурманских домах поумнели домофоны. Вместо старых устройств стали появляться новые аппараты с камерами видеонаблюдения, управлять которыми можно с помощью специального мобильного приложения. Подключают такое чудо современной техники в рамках проекта «Безопасный город». Всего несколько десятилетий назад никто не мог бы подумать, что возможно будет увидеть человека через камеру домофона. Но мир не стоит на месте, развиваясь согласно новым требованиям и запросам общества. Жильцы дома номер 95 по улице Александра Невского теперь могут не бояться незваных гостей. Умный домофон с широкоугольной камерой позволит понять, что за человек пытается проникнуть в подъезд. В первую очередь такая модернизация направлена на повышение уровня безопасности. Функционал добавляется именно непосредственно для жителей. Это возможность просмотра при желании, естественно, просмотра видеозаписи и понимание, кто приходил, когда приходил ребенок, уходил, кто приходит к ребенку в гости. Также, если есть люди в возрасте, то есть родители, либо еще кто-либо, возможность подключиться к их приложению и, собственно, понимать, точнее, предупреждать возможные мошеннические истории. Спокойнее станет не только родителям, но и автолюбителям. Виновникам дворового ДТП теперь не удастся уйти от ответственности. Часто у меня было, что там притирались автомобили ко мне и к моей машине. И не найти было виноватых. Соответственно, сейчас это можно будет как-то контролировать, хотя бы найти виновных. В общем, это круто. Установить на свой мобильный телефон приложение, позволяющее хранить и просматривать видеозаписи с камеры, может любой из собственников квартир подъезда, где установлен домофон. Первые полгода использования обойдутся жильцам всего в несколько рублей, один за каждый месяц. Далее плата повысится до 100 рублей. Скачивать приложение или нет, решает сам житель дома. Расскажите, как вы относитесь к новым домофонам, которые сейчас ставят? Положительно отношусь. Это которые с видео. Слушайте, думаю, что хорошо, потому что мне постоянно звонят соседи. Я не знаю, соседи это или нет. Ключи забыли, еще что-нибудь такое. И я себя чувствую безопаснее. Я думаю, что я буду чувствовать себя безопаснее, если я буду видеть, кто ко мне пришел, да, и вообще ко мне ли. Так что я отношусь хорошо. Старые домофоны уже активно модернизируются на новые. К концу года в области должны установить практически 6000 современных устройств.